сказала моя бабушка. Нет, она не была поэтом, смешно. Попрошу вас. Чё? Да. Позвоните в роковой магазин. Сообщите, что истопник печей задерживается. Пока не придут. Язык миру в жопу загоню, на Луну отправлю. Понял.
сны, сны, сны. Это я тогда. Сейчас! Я вот что! Я врача вызывал! А ты срань! Я врач, из 6-й Мармеладова, все в порядке, можете катиться. Вставать нужно с запрокинутой головой. Оставьте это! Заснул аллергическим сном. А жена его подумала, что он... Я говорю. Вот. Маша, на печку. Скажи ему, как я тебе сказала. Таня.
и на девочек напишешь. А как же, Анна, прощайте, Наталья, хочу сказать насчет женского достоинства. Хорошо, с сыром. Хорошо. Хорошо, с сыром. Услышали все прогрессирующие люди Земли. Мы не против евреев, мы против сионистов. Нации равны, мировоззрение.
вас лицо в чернилах. Вти, вти. Вера! Шура, угу. Ты еще шапкой постой, меня подожди. Ну-ка. Это был академик. Начальник огромной клиники. Привет. Дай топор. Ой, конденсат. Хотя откуда у вас топор? Товарищ сэр! Шур? Курок самопал. Нифига, нифига. Ай-яй-яй. Смерть в 11. Вердовский повезла. Приезжайте, ждите. Ординатор. Покажи мне шлем, Иван. Такая бестактность. Я просто сошел с ума. Игорь еще пропал. Ты меня слышишь?
А у меня ручка такая попалась. Молодец. Курсанта Ворона из ловушки выпускает. Я считаю хамство. Первый звонок. Воронов противогаза. Смерть, это вы? Чего? Что вы мне? Что? И? Как вы себя чувствуете? А ты? Правде говорю. Фурс. Отдайте сюда. Ванин, прошу, прошу. Товарищ. А? Однако. Извините, дама. Однако ули-люли. Это прекрасно. Прелестно. Чтобы к обеду этого дерьма здесь не было. Чистый чай. Краснодарский. С лимоном. Мороз будет. Ой, больной, больной! Сюда положил, а? Ну кто? Я просто сказал, что носок. Вы его все-таки спрашивали. Положи, вы?
Ледяная роза. Он плачет. А он всегда плачет, когда играет. Зоня! И за великий татский народ. А ты не народ, а ты нация. Нация? Нация. Значит... Герой, сокол. Нос! Один американец засунул уже пальцы. Тише вы все! Дальше работаем.
Открой. Ма. Где Фофан? Где Фофан, сука? А? Где... Зимой с зонтиком. О-о-о-о. Не мытышь! Соня! Соня, не надо! Соня! Да кто еще? Пам-пум. Служба, шагом марш. Комитет. Химические сынки подделывали векселя. Купцов нет, векселей тоже, зато есть ремесленники. Пусть генерал, будешь платки бросать. Слушай, а может мне тебя высечь? Может мне его высечь? Да что? Ёлка. Вы понимаете, Маша, как ёлка? Солдаты твои ведро прокинули. Я коробку куда делю? Помню.
Гербич, а я узнал бы вас даже в толпе. Но перегорело. Я принес вам сердечный привет от вашей сестры. Трудная тебе работа бьют иногда. А? Абат, отгули. Убери. Со мной кто угодно. Стыдно. Вы знаете, уважаемая моя матушка была знакома с Анной Павловной. Был в двойном самоубийстве. Мужчина и женщина совсем старые люди. Эй, ты страдатель, вот с таким мягким, как там у нас называется, кое-чем.
пошел вон. Берите. Заткни поддувало. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А у тебя сердце деревянное. Клопов в этом доме, хо-хо. Thank you.
дурак дурака видит издалека. Квартира ваша, дворец. Генеральский, секретный. Это хорошо, чтобы еще у тебя ты кончилось. Вот это розыгрыш. Шутка. Мишкину копилку кокнула. Би-би-би! Давай, катись. Качусь. Нас здесь не любят. Васильки? Ну и что? Олечка. Возьми еще. Ты свинья. Говорю, только Пушкин у него выпукло получается. Бздынь! Сволочь, свин, ну чего ты повсюду лезешь? Thank you.
Талант. Почти гений. Женя, закрой обе двери. Закрываю. Иди ко мне, мальчик, иди ко мне, ко мне. Не закуси, мой мальчик, закуси, закуси, не закуси. Пошел, мой хороший. Пом-пом. Растлитель, ты старую больную собаку споил? А может, и так... Не знаешь, зачем? 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 Назад, зачем? Юра, хвати! Ты врач, ты должен это принять. Ты болен, ты болен. Извини. Чё? Дырков, разреши.
Собака пьяни. Позор. Я как раз веки и поднял. А ну гляньте, а стоп-сигнал не горит. Да не пойдем. Вы выпьем, шеф. Где? Ветеринар, который заснул литургически. Бегом, блядь, чё? Ну да! Неловко. Мы... Понимаете? Да что вы, товарищ генерал. Тогда дежурного по клинике.
Ехал чижеплодочки в генеральском чине. Ехал чижеплодочки в генеральском чине. Надо подождать час. Ехал чижеплодочки в генеральском чине. Ехал чижеплодочки в генеральском чине. Ехал чижеплодочки. Плодочки в генеральском чине. Если сейчас попаду, все в моей жизни будет хорошо. И вам. Варвара Семеновна, вы не могли бы мне сегодня постелить, ну, где-нибудь? Это эфир. Ага.
Вопрос именно, а? Вот представьте, живу я. Извините. И вот он к ней приходит. Что-то там... Смотри, ожил. И домой пошел. Спичку дай. Замолчи! Если ты стукнешь еще раз, я уеду в Кратово! Вы русский преподаете? Сейчас. Он полез за вашим судаком в ванну. У нас две тетки рельсы пилили, сели в ватных штанах на снег и поют. Дролечка, сделай мне ребеночек, ручки-ножки маленькие, волосики. Кваська, что ли? В общем, да. Только есть различия. Интересно, какие? Ну, во-первых...
не получится. А вот если вы преподавали биологию, нам сейчас было бы легче. Ягор. Уберите ноги. Уберите ноги, я встану. Ты пусти. Погоди, погоди, погоди. Мне больно, но я буду терпеть, вы не бойтесь. Мне больно, но я буду терпеть. Больно! Прописка 010643. Здрасте. Хочешь мороженое? Это ж сахар. А ты... Белла с Ламонной, Лен с Ламонной. Если наши вещи проверены, мы можем одеться? Спецпереселенки. Да, мы можем одеться. Прописка аннулирована. Шофером. Видите, он от меня ушел. Да. Ты что, не спишь? Ты почему не спишь? Сохраняние панических слухов. Чёрт! 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 Ты ж сам думай, себя выручай, мамашу, а? А если руки-крюки, то дашь? До свидания. Что же вы боитесь?
своем сургуче. Всем все повлезал. Сука копченая. Ах ты, тварюха. Все, Наташа, сажусь. Иду. В этот же час истопник печей в меховом магазине. Слышишь? Не надо! Не надо! Командиры!
Да-д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 а
До свидания. Он наврал, начальник! Мужик! Хорош! У тебя шпильку срезало. Фужа, представляете, сперли лампочку и шары от кровати. Не-не-не-не-не. Здравствуйте. Лёва! Кровати. Ой, только не убивайте меня! Ой, я тебя! Здравствуйте. Здесь у всех стульчики, у нас нет. Придется вернуться, понимаешь? Девочка, моя хорошая.
что мы сделали с отцом? Что мы сделали, говнюк? Говнюк! О, Кацман, Лоцман, сходи на катер, скажи, что я велела взять тебя, капитан. Первый пошел. Второй пошел. Маленькому доме. До старания. Эти негры, эти Куда, блядь? Thank you.
Хорошо, блин. Прошу, налейте. Пуговица. Ну,
мусоров. Так можешь. Опа. Да. Рожу топчешь! Несправедливо! Не выступите на лицо! Несправедливо! Давайте за машину обратитесь. Не надо, так не надо. Хозяин, запиши. Покну! Сам поглажу. Я вот сейчас одеколоном. Ну что, клинышками. Добер одет. Разденьте его, все. Здесь все это туман. Спишись. Должны подписать. Карандаш. Терпим, 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 терпим.
Ну, мы пошли. Большим пальчиком кверху. Подпишите, а? Нет. Я тебе, мудак, на лбу распишусь. Если... Астраханский. Ребушка нужна, так? До свидания. Потянуть помру. Там никак нельзя.
И пальто. Ну, рояль убегало. Грязный. Чистый! Грязный! Этот запах. Господи. Thank you.
Куклянский. Это хорошо. Здравствуйте. Понял? А? Садись вот. Странно. Товарищ маршал. Чем ты здесь? Иди домой. Сиди! Тупо! Все было, как было. Во.
что, пап? Оставь им все, поняла? Не беги отсюда ничего. Я взял мой паспорт. Я не... Товарищ генерал, выпейте и махните рукой. Пошел вон! Пошел вон! Ты мне... Это сыпется нафталин. У тебя в животе пальцы голые. Я вас сейчас насмею. Принеси 5 бутылок коньяка. 5, один понимаешь? Момент. Только побыстрее. Тумба-ла-лайка, ну-ка сыграй-ка, тумба-ла-лайка, ну. Ла-ла-лайка, ну-ка сыграй-ка, тумба-ла-лайка, ну-ка сыграй-ка. Ну что, сильная, страшная?
как человека, как во сне, знаете. Вам добавим. Либерти, по-английски, свобода! Пошли, Дима. Такси кабриолет всегда предпочитал. Москва very well. Beautiful. Ни один фрейрушка. Глаза ему выдавить! Хозяин одежды, блядь, какая, а? Сучья кость, грызла! Светила, вдруг закатилась она. А не холодно тебе будет, а?
Эй, ты! Усны! Через говнёра, так я их тебе сейчас пилю! Понял? Не надо. На я! Не холодно. Я не претензий, но за что бьют? Все бьют! Все! Гора дыра. Наша жизнь, мужики, выпьем. Бросаю!
Держи. Левый. Держи. Руку в карман.